Тоже я вас приветствую, с вами Фимета, и записываю геймплей. Наконец-таки пришлось подождать целый день, не было возможности раньше сделать, так как работа. Но в перерывах я играл, и что могу сказать, персонаж хорош. Вот. Не скажу, что это имба, да и, как я говорил на стриме у Андрюхи, вряд ли вы там были, ну короче, неважно. Просто говорю, что я не ожидал от бафов того, что это станут супер метовые персы, которые будут контрить всех новых иксов. Нет, это вообще было бы странно такое ожидать. Просто эти персонажи стали играбельны, и все. То есть у нас всего лишь одна копия Фуджитора, и хотелось бы хотя бы, чтобы одна копия была играбельная. Так и стало. Вот, пожалуйста, можно играть на Фуджиторе. Можно играть на Кизару теперь. В ком еще? На Мамке Раннере можно играть. Итак, что я могу сказать по этому персу? Плюсы, минусы какие? Плюсы, конечно же, это то, что его ускорили. Во всех планах почти, за исключением вот второй скилл, я не уверен, что там что-то ускоряли. Может быть, самую малость. На первом скилле ускорили первую анимацию, только вторую, к сожалению, не тронули. А жаль. Так, сейчас заденет там кого-то. Опа. Минус 3. Просто. Или же минус 2, вот тут не уверен. Акайну и Луфи задело, а вот Фуджик там или не там, хрен пойми. Ну ладно. Также, конечно же, круто, что дополнительную шкалу заполняет. Но что мне не нравится, что трейд с игнором статусов работает только если с тобой кто-то на флаге стоит из союзников. Это очень тупо. Могли бы сделать и получше, как у Чинжао. Но что-то им помешало, что не знаю. Так, что там? Опа, Кайну прилетел. Ну, пока что стою тут. Ага, к нам идут флаг брать. Кто? Не видно. Скорее всего, Шанкс. Нет, Луфи. Ок. Так и быть, помогу. Помогу молодому. Что-то ты сам? Да, ладно, ок. Пусть дерется. Я знаете, как сделаю? Я вот так сделаю. А, там Роджер. Ну вот заденет сейчас, пойди. А, это Шанкс. Так, задело двоих, окей. Еще и меня задело, видите? Просто прилетает там, задевает меня здесь. Тут там снизу. Кайну. Ладно. Так, надо флаг брать. Быстренько. А, еще Акайну можно щит снимать, но сейчас я немножко обосрался, у меня нет первого скилла, я не знаю, что буду делать. Больно, больно. Мне остается только призвать фрикадельку и сдохнуть. Ха. Ладно. Ну, на нем щит висит, его не за... А, задело. Ну ладно, окей. Надо заставить его сделать рывок, чтобы я смог... Нет, не успею уже. Надо подальше от него держаться. Не хочется совсем по морде получать. Что делать? Я не знаю. Ты серьезно не можешь ее убить? Акайну имею в виду. А, ну... Это Габелла, потому что Роджер сейчас флаг отожмет. Но вот он его никак не может сбить. Серьезно? Так, ну а там что? А, ну все, окей. Так, даже не знаю, что пока сказать. Это пока что у меня одна нормальная катка выдалась, и остальные какие-то пососные. Предыдущие, не знаю, вообще буду ли вставлять или нет. Там игра была против трех пятых гиров и одной мамки, сами понимаете. На Фуджиторе хер что сделаешь. Ну реально, там очень сложно, плюс за меня были додики конкретные. Без раннеров это очень сложно выиграть. Так, что он сейчас будет флаг брать? Вот я думаю, мне пойти... Ну ладно, давайте попробую, возьму. Раз уж есть такая возможность, и никто больше сюда не идет. А, да. Меня треморит раньше, чем анимация проходит. Ну окей. Знаете, как сделаю? Я вот так призову. А вось там и по Альберу попаду. А ну-ка. А, ну все, ясно, там у него щит. Зоро подсобил, так сказать. С
со своей атакой. Чтобы не расслаблялся, так сказать. Кстати, он довольно долго лежит, хоть у него и сниженное время статусов. Это ж, по идее, тоже статус. Но он довольно долго лежит все равно. Так, кто там? Я не вижу. Зора, по-моему, да, Зора. Все, Зора нет. Интересно, я достану отсюда, если я вот так запущу, как думаете? Нет, не буду, не буду. Я лучше, знаете, как сделаю. Я подойду сюда. И ща запущу, подождите. Ща. Я экспериментатор, экспериментирую. Нет. Прикольно, не получилось у меня. Слишком высоко, наверное, взорвался. Я хрен его знает. Так, опа, откинул его. Откинул и отхилился нормально. Ну, Оден, сука, больно бьет прям. Очень больно. Но это, по идее, победная. Да, это вин. Неужели? Так, ничего себе, там Фуджитора и Луло. Прогресс уже, прогресс. Все равно, конечно же, никак это не изменит ситуацию с Роджерами, Белоусами там. Ой, просто, смотрите, как им нравится бегать туда-сюда по всей карте. Этого у них не отнимешь, конечно же. Может быть, кто-нибудь пойдет там флажочек возьмет. Мне кажется, это будет гораздо лучше, чем просто драться. Флаги там перетягивать. Ну вот, кто-то пошел, да, только не наш, к сожалению. Зора тут пытается убить Джитору. Ну, конечно. Ну, прибегай с другого конца карты и делай, что хочешь. Так, я делаю так и отхожу. Потом делаю так. Все, лежи. Не вставай, ну не надо. Опа. Что-то я завтыкал, меня телепортировали. Что? Каким образом? Что? What the fuck? А, ну так, неплохо, кстати. Ну вот дичь, ну реально дичь просто, ну... Не работали бы на меня статусы, я бы сейчас и не умер от этого щита. Ематочки. Иди-ка ты нахрен, а. Не-не-не, иди в жопу. Давай. Ну вот, смотрите, этот туда, этот сюда ходит, просто друг у друга крадут. Геймплей просто невероятный. Бля. А, один урон, ну ладно. Плохо. А мне пофиг. Давай, иди сюда, Роджер, мне не страшно. Сейчас как тебе прилетит. Нет. Лоханулся. Немножко лоханулся. Давай, сейчас как нам по морде заряет. А тиммейт где-нибудь придите, тогда у меня игнор будет статусов, да. Нет, не будет. Чел, ты не додумался сделать рывочек там? У тебя кнопка есть вот такая вот здесь вот. Вот так вот жмешь. И рывок, и все, и можешь снова флаг брать, нет? Ох, не знаю, сколько мне придется отыграть игр, чтобы наконец-таки видео записать, потому что пока что это какой-то парад уродов. Иначе я назвать не могу. Какие-то отбитые вообще за меня играют. Мы проигрываем 0-5 буквально за пару секунд. Не получается никак мне... Оба, нормально. Никак не получается мне видос записать. Ну, реально, я играю. Оп, 0-5. Не знаю, может быть, эта катка будет другая. Но... ХЗ, ХЗ. Пока что стоим, дефаем на чиле, на расслабоне. Теперь уже передвигаемся дальше немножко. Все, теперь стоим тут.
втыкаем. Не хочу тратить первый скилл, пока Руджер не будет флаг брать. Но вот он меня решил застанить. Я не могу вплотную прожимать скилл, потому что иначе меня застанет тоже. А, ну да. Из-за того, что тут мультихит, первые скиллы идут просто, ну, как атака, а вот последний уже с кнопбэком. Из-за этого я сейчас получу по морде. Неприятно. Так, ну давайте запустим так метеор, может быть попаду по ним. В теории попадаю. Оп, минус 2, неплохо. Давайте я вам игру вам просто бущу как тварь. Вам осталось всего лишь что флаги удержать. Или взять парочку, не знаю. Все, минус 3, ну давайте игру делать. Возьми флаг, что ты там крутишься, олень. Ну вот уже одна проститутка сюда мчится. А, нет, это другая. Это еще и по морде надавать может. Так что лучше отойти, конечно. Наверху нас никто не дефает, но это классика. Готов принимать на ротан 0.5. Вот, пожалуйста, просто. Очередной проигрыш, в принципе, неудивительно.